Друзья, рад приветствовать на своем канале. Сегодня я вам хочу рассказать такую простую банальщину. Я просто сам пока разобрался, это для меня было просто нечто. В общем, была такая ситуация. Я могу абоненту позвонить, человек мне не может. Такое ощущение, как будто я забил черный список. То есть я полез в телефонную книгу, посмотрел, человек не в черном списке. Я позвонил даже оператору, попросил, узнал, точнее, есть ли какие-то ограничения. Мне сказали нет. То есть вообще какая-то нелепица, неразбериха. Но я вам в этом видео прекрасно расскажу все способы, как решить данную ситуацию. И я думаю, вы будете точно удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert. С вами Владимир. А спонсор данного видеоролика Moneyback. Сервис, который поможет вам вернуть деньги за донат в играх с Play Market App Store. Услуги Moneyback не требуют предоплат, они делают свою работу, возвращая деньги на ваш счет, а вы в качестве благодарности оплатите утвержденный процент от суммы возврата. Moneyback работает в рамках закона, пользуясь лазейками договора оферты. Вдруг вы в течение года надонатили в играх сотни долларов, тогда вам прямая дорога к менеджеру Moneyback по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Как вы поняли, первый способ, который я посмотрел, когда мне не могут дозвониться, я посмотрел, и то есть человек не был в черном списке. То есть я нажимал заблокировать, разблокировать, не помогло. Удалял контакт, заново создавал. Ничего с этого не помогало. На самом деле, самое простое решение, это если вы ранее скачивали какие-то приложения, типа как GenContact, NumBooster, это те приложения, которые вам помогут пробить номер телефона, если он зарегистрирован, то есть и в каких людях, которые точно так же его используют, это есть возможность проверить номер телефона. Есть функция спам, то есть блокирует спам звонки. Вы выбираете либо же спам-звонки, которые будут полностью блокироваться, не озвучиваться, а есть функция, которая будет показываться с предупреждением. Так вот, может быть, некоторые люди именно забили того человека в спам-звонки, или же вы заблокировали в этом приложении, поставили сразу в черный список, поэтому он не может отображаться в телефонной книге. Это совершенно разные функции. Обычный пример. Вот я захожу в GetContact, мы переходим в раздел спам. Что мы здесь видим? Мы здесь видим вот черный список. Проверяем здесь. Если никого нет в черном списке, конечно же, конкретно пробиваете по номеру телефона. То есть вбиваете в поисковик, вбиваете какой-либо номер телефона и проверяете на наличие разблокировки. Вот, допустим, я введу такой-то номер. После того, как высветится данный абонент, вот у нас вот здесь будет заблокировать, к примеру. Я могу пожаловаться только сам на себя. Вот здесь звонить, добавить, здесь будет заблокировать или разблокировать. Вот здесь может быть то, что абонент заблокирован. И все. В принципе, то есть подобные такие приложения вам нужно проверить, и в принципе вы уберете человека с блокировки и смогут вам дозвониться. Поэтому если у вас есть такие приложения, обязательно зайдите и перепроверьте данного контакта, который вам не может дозвониться, и вы, я думаю, снимете этот вопрос. Все, по сути нет. Есть еще комбинация, последний вариант, это решетка-решетка 2.0. Два решетка вызов, это для владельцев Kyivstar, это снимает все возможные переадресации. Поэтому все, в принципе, что может влиять на то, что когда к вам я могу дозвониться. Если после этого у вас будут еще какие-то вопросы, вообще в целом оставьте комментарий, ваше мнение для меня важно, помог ли я вам, или может у вас какая-то другая ситуация, я попытаюсь разобраться и помочь вам максимально. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Дальше больше, скоро увидимся.